Hola, mi amigos! Сегодня с вами Вакот, и я знаю, что вы все уже меня не видите, потому что это не Space Engineers! И все равно мы продолжаем играть в The Solus Project, потому что я уверен, что я хочу ее пройти, потому что игрушка-то действительно классная. Ну и так, мы в прошлой серии остановились в том, что мы потерялись, и, собственно, сейчас ничего не поменялось, потому что я так и не знаю, куда мне, черт возьми, идти. Но я думаю, если мы пойдем по катакомбам, давайте зажжем вот эту херовину. И теперь у нас свет. Да будет свет, господа. Так. Все глубже и глубже и глубже. Давай. Давай, Мига. Так, что это у нас тут? Коридор вознесшихся. Посвящается всем свершившим обряд без пламени и ставшим единым целым с живой тьмой. Короче, все, кто сожглись, походу, в этих урнах, да? Ну, походу, так и есть. Да, это ж типа... Да, почти 100%. Ну, все, это получается как мавзолейчик такой. Даже не мавзолейчик, а... Блин, я не знаю, как эта штука называется, там, где хранят пепел после кремации. После кремирования. Мы покидаем область. Я люблю покидать область. Так. Мы в какой-то непонятной хреновине. Это скелет. Притом, походу, человечий. Нет, опять показалось. Какая, наверное, неудобно было шляпы им носить, правда? Хотя, кто знает, может, они специальные шляпы себе делали. Ну, понятно, что специальные, это же мы специальные себе делали. Короче, неважно. Отстаньте от меня. Так, надо нажать, да? Все? Ну, ладно. Двигаем эту хреновину, такой дофига мускулистый, такой огромный... Хреновину, не знаю, тут, наверное, явно... Wilson, record. Wilson, запись. Я не могу понять то, что вижу здесь. Эта планета далека от чистого листа. Здесь очень развитые технологии, огромные используют энергию подобных явлений. Твою мать, пошли вся. The beings who built all this were possibly more advanced than we are. They're harnessing energy in ways I've never seen. I don't understand what happened to them. Even worse, I don't understand why they look so like us. Their skeletal structure is borderline human. They even have a written language Wilson can read, for God's sake. It must be similar to hieroglyphics or Proto-Sumerian script. I can't believe I'm saying this, but do our histories overlap? I'm going to keep exploring. There may be more secrets, more dangers on Gliese 6143C. Scan out. Слушайте, это жестко на самом-то деле. Жестко, но прикольно. Не знаю, мне как-то немножко даже нравится это все. Ну, знаете, такая хоррор, научная фантастика. Ну, серьезно, это разве не круто? Это, блин, висящий скелет. Как, блядь, он... Вот как он туда залез? Как он привязал там веревку? Я, блин, даже допрыгнуть до его... Из чего он сбросился? Вот полюбасу он не сам умер. Его, походу, кто-то повесил. И, наверное, вот этот хрен, который запачкался, видать, в мазуте. Блядь, я тоже в мазуте, походу, запачкался. Да, видите, я тоже в мазуте запачкался. Но он жесткий, смотрите, какие у него следы. Привет, Джон. Спрайт, привет. День добрый. Господа, господа, дайте дар дружку. Водичечка, как раз водичечку сейчас мы наполним. Нам водичка нужна, потому что у нас ее уже почти не осталось. Так, что нам еще нужно? Больше вроде бы ничего. Да, твою мать. Так. Все пока что чудесно. Ну, как по мне, не знаю лично, как для вас, но мне, в принципе, пока что все очень даже нравится. Нравится, нравится. Так, у нас есть два хода, туда и туда. Ну, давайте пойдем туда, куда нам не нужно. Зачастую так самое интересное появляется в видео. Так, тут эти ловушечки. С шипами. Еще ловушечки с шипами. Вот полюбасу нам нужно было тут... Вот там что-то светится. П
Первое правило. Нажимай все, что можешь нажать. Первое правило хорроров. Так. Они друг друга убивали. Очень интеллектуально. Давай, разбиваем. Да, это будет долго. Давайте лучше возьмем просто в руку эту штуку. И все, сейчас расколбасим. Почему нельзя было факел положить? Он все равно не тухнет никогда. Так. Мы взяли стойкость климату, голоду, обезвоживание. Блин, на самом деле вот эти штуки вообще не, нифига не нужны. То есть тут спокойно можно на изи проходить игру даже без этих штук. Ну, не знаю, по крайней мере пока что. Я не уверен, как что будет дальше, но пока что это именно так. Опять этот метеорит. Давайте попробуем по штыкам пробежать. Оп. 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 Очень опасные штыки. Так быстро срабатывают. Просто пипец, какие они быстрые. Привет, Джон. А, так. Опа, еще больше висюков. Висюнов. Хавчик. Хавчик, хавчик. Вот такие лабиринты, и опять в этих сундуках нифига нет. Ну, знаете, вот самые полезные сундуки, в которых ничего нет. Уже даже проверять их не буду дальше. Ну, серьезно, зачем? О, что-то новенькое. Место освещения. Ну, что, в принципе, неплохо. Такие себе автоматические осветительные приборы. Знак. Это типа мне что-то должно было показать. Очень информативно, спасибо вам. Короче, велика... Есть, короче, ого, то есть есть великаны, которые служили этим чувакам, да? Жрачку им давали. О, мне уже не нравится, что тут есть великаны. Великаны, это должно быть довольно стрёмно. Угу. Тут мы не выйдем. Ладно, обратно. Так, вот мы снова возле висюков, и тут на полу написаны разные рисуночки, куда нам идти. Ну, следы этого чудовища идут в ту сторону. Значит, мы пойдем сюда, потому что мы тут еще не были. А значит, нужно узнать, что же тут такое. Сохранюлечка. Спасибо. Ну что? Кто батя? Кто батя? Я батя. Боже мой, бесполезные ловушки. Так. Космический корабль. Они построили робота. Может, это братство стали? 100% братство стали. И чё? Ну, и чё здесь делать мне? Что ты от меня хочешь? Может, его поджечь? Ну, не... Ну, я не знаю, что с ним делать. Ладно. Пюрюм-пюм-пюм-пюм. На, тут сюда не иди. А сюда иди. Хорошо, идем. Джон, ты со мной? Джонатан, я с кем общаюсь вообще? Взял, отвернулся и убежал. Маленький ублюдок. Ну ладно. Так. Что-то у нас ничего. Хочу, хочу, хочу. Нет. Нет, ты залетишь туда, маленький засранец. А если я прыгну? Он не хочет туда залетать. Ну ты смотри на него. Быдлан. Ну ладно. Может, там нужно что-то открыть. Тут уже все открыто. Ящики, в которых ничего нет, уже открыты. Что за беспредел? Я тоже хотел пустые ящики открывать. А что это? Типа города или хрен его поймет, что это такое? Ну ладно, неважно. Так, я не хочу за следами. Я хочу эксплорить. И узнавать много нового. Не узнавать, что... О, тут он просто в позе рака. Он что-то сажает. Стоп. У меня дежавю. Я здесь был, нет? Я почувствовал, что я здесь был. Вот 100% был здесь. Вот просто 100 пудняков. И следы, кстати, вышли сюда же. Но я здесь точно был. I was here. Это помните, когда мы
Да, короче, вы все помните. Если не помните, то пересмотрите предыдущую серию. Мы точно здесь были. То есть мы возвращаемся обратно. Да, тут история в том, что все очень плохо. Вот мои камешки. Хоть я жрачку не забрал. Так это я все пооткрывал, я испугался. Но следов раньше точно здесь не было. И эта штука была замороженная. Правильно, мы же включили обогреватель. А там охладитель. Почему там охладители стоят? Непонятно, господа, непонятно. И тут еще какой-то насос. Слушайте, тут походу это не просто так. А если мы нажмем здесь, например? Ничего не происходит. Просто ничего. Ну ладно. Слушайте, а их-то не было здесь? Я почувствовал, что тут не было этих скелетов. Ребят, кто помнит, были скелеты или нет? Отпишитесь, пожалуйста, потому что я, честно говоря, уже немного начинаю стрематься. Что-то стрёмно. Сохраняемся. Я так понимаю, сейчас мы выйдем из пещеры, да? Моя бутылка. Мусорю здесь. Беспредельщик. Ублюдок, тварь. Мразь. Как я могу? Как я смог это сделать? Как же глобальное потепление, проблема с экологией. Что-то мне тут уже не нравится. Кстати, следы пропали. Ну, типа, уже, типа, грязь, поэтому, по идее, это нормально. Но менее подозрительно это не стало. Все, теперь точно выходим. Давай, мой амиго. Давай, 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 быстрее. О, наши любимые штыки. Уп. Уп. Штыки это несложно. Уже жарко становится, слушайте. 23 градуса. Тепленько. Тепленько, господа, тепленько. Так, я, наверное, скипну на что-то более интересного. Так, мы вышли совсем в другую территорию. ФПСик у меня уже просел ровно в половину, значит, это уже открытая местность. Что, в принципе, круто, но, с другой стороны, ФПСик как-то обидненько без него. Грустненько. Плакулечкать хочется. Не, ну я скажу сейчас 34 FPS, а то есть в принципе норм. Но как только начинаю ускоряться, он проседает до 8. Глупое убожество. Ладно. Не проблема. Шакал мне взад. Джигурда. Вот это джигурда, пацаны. Нет. Парень, как тебя зовут? Как, кто ты вообще? Юра? Нет, Юра вроде уже умер. Новый, наверное. Тарелка! Шакал мне за это тарелка! О май гад, я не что-то пипи... Солус, ребята, что уже 15 лет? Что? Лет? Или дней? О май гад. О май гад, мэн. Слышите меня? Слышу, братишка, слышу. Конец передачи. Блин, нужно быстро достроить ту хрень. Кто же ты, блин, такой вообще? Написали бы твое имя. То совсем не камильфо. Так. Все, можем брать вот эту штуку. Кристалл. Сияние. Так, теперь нам нужно, я так понимаю, достроить. Это, походу, Юра. Полюбасу, Юра. Юряня. Мы сейчас тебя не найдем, у тебя дома, да? Конечно же, тебя сейчас дома не будет. Да просто стопу... Куча бутылок, я уже даже забыл. Да, Юряни нет. Тю, то они даже напугать меня не смогли. Они хотели сказать, типа, мол, вот, мы такие опасные, мы убили твоего друга. Он и так умер, сам коньки отбросил. Идиоты.
Да, Юрчик не труп отца взял, облегчил им задание. Сам сдох. Беспредел. Так, ну там кажется, что-то висит. Какая-то висюлька висит над этим. Над зданием. Ладно, давайте я дойду до башни и начнем ее достраивать. Жопой чую, сейчас будет гроза. Жопочкой. Торнадо всякие. Серьезно? Скажите, что сейчас торнадо, и я начну плакать. Нет, это просто землетрясение. Херовый с меня Ванга. Так. Юрасик все что-то пишет и пишет. Ладно. Скипаем. Шакал мне взад. Что это за хрень? Оно летает. Типа оно со мной следит? Блин, на исследовательском корабле они отправились, блин, в сраный какой-то непонятный куда. И даже не взяли с собой оружие. Ни одного автомата или хотя бы пистолета. Что за прикол? Ну что за прикол, серьезно? Предлагают мне спрятаться или давайте все-таки маяк поставим? Так. Наш маячок. Сейчас меня точно полюбам. Вот полюбас у меня убьет. Молнии. Ну как никак. Давай. Она растет вообще? Да, растет. Так, теперь нужно где-то переночевать. Точка назначения достигнута. Я заметил. Следовать за странным летающим шаром. Только что здесь был. Где он? Ну ладно, проследуем. Тоже мне странный летающий шар. Как он сюда залез вообще? Что, дырка в потолке? Ладно, я слишком ленив. Блин. Долго оно падало, однако. Ну? Мы здесь были уже, ну серьезно. Ну не камильфо повторяться. Так. Ух ты! Я понял фишку, ребята. Растаяло. Тут, помните, тут было все закрыто. Это у нас поход куда? Где-то там было написано, куда это идет. Идет. Это у нас ведет... нет, это не то. Сейчас, вот. Это у нас ведет... вершины гармонии. Чувствую, на этих вершинах гармонии творится просто содомия и порева. Так что гармонии там уже никакой нет. Так... Ладно, не буду вас мучить своим, скажем так, вокальным творчеством. Нет, я не думаю, что такое слово вообще существует, вокальное творчество. Вокальными способностями или своим творчеством. А вместе вокальным творчеством это очень тупо звучит и вообще неправильно. Филолог, блин. Ладненько, что это у нас? Это у нас какой-то очень крайне интеллектуально красивый зал. Кстати, у меня даже такая карточка выпала в стиме. Прикольно выглядит, очень прикольно. Так. Какая-то музяка появилась. Музяка появилась? Это стрёмно. Я не люблю, когда тут в таких играх появляется музяка. Тут у них книги из камня. Интеллектуально. Табличка. Красавчик. Красавчик вытянул и посмотрел. Но очень-очень интеллектуально. Что это за хренотень там происходит? Это этот диск. Как этот диск туда залез? Ладно, сейчас мы тебя откроем и найдем. И узнаем, что же ты такое за чудовище. Так, еще одну книжечку нужно. И вот последняя книжечка.
Так. Сейчас мы такие заходим, нас убивают, и все. И смысла играть было 0-0-0. Нет-нет-нет, дружище, подожди. Дай хоть автограф. Ой, дубина. Ладно. Золото. Сколько золота? Они тут богатые, пацаки. Так а что-то вы с этим золотом нихера сделать не смогли. Че ж ты умер тогда, если такой богатый, а? Непонятно. Ну вот веселый парень. Ну ладно. Что-то жарковатенько тут. Ну, на самом деле, 25 градусов, да. Хотя у меня тут за окно... В комнате, наверное, плюс 40, так что... У них еще прохладно. Так, водичку попить. Водичечку, водичулечку, господа. Водичулечку пьем. И все, все... Трум-т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 ум. Опять пустые эти. Обожаю. Активити, очень стрёмно мне, очень стрёмно, уже боюсь. Прям вообще. Вах, как стрёмно. Активити, блин. Так, тут какие-то надписи на стенах. Явно написано, что типа а-ля хуй или так далее. Ух ты. Почему-то мне кажется, что сюда лучше не заходить в воду. Да? Я думаю, именно так все и есть. Поэтому давайте пройдем как нормальные люди. А, жаль, я бы искупался. Ну, похоже на какое-то желе. Знаете, типа... желе из... Хрен знает, с винограда. Нет, зеленое слишком зеленое. Наверное, больше... Проходы утопленников, о боже мой. Это больше похоже на желе из какого-то агруса. Или... что? Твою мать, что это было только что? Вспомнил, желе из киви. Да. Так, это какая-то хреновина, херовина. Высокий уровень токсичности. Чё мне, типа, с этой токсичностью делать? Быдланы, ну охренеть просто. И как... А, походу, с факелом нельзя. Я понял. Так, ну чисто гипотетически это факел убрал. Но я не думаю, что это как-то помешает ему поджечь из кармана. Ведь он горит в кармане. Быстренько. Да, не знаю, может, наверное, надо было как-то поумнее проходить, но я слишком охуенен. Левел токсичности. Ну давайте мы... Recovered health. Oh yeah, bitch. Так, ладно, берем давай, пока фонариками не будем мучиться. Так, мы прошли эту хреновину. Что у нас дальше? Какие-то башенки. Ладно, я думаю, уже можно брать факел. Так. Что-то написано. Как закончили мы работу, брат Дарсум Гони показал нам шар. Это источник силы посланников небесных, силова и солнца. Затем сошел он в пустые земли, где живет красная вода, утомительно высоким мерных их. Так, еще одна табличка. Ви-канал, кусочек шара. Нашел кусочек шара, должно быть, упал он с... Стоп, где он? Он где-то тут. Так, а ну-ну-ну. Вика нашел кусочек шара. Должно быть, упал с великой мельницы во время стройки. Она держала его, покуда Гони нашел его ее. Его лицо исказилось, а ветер закружился над... и окинул ее. Он унес прочь ее деталь. С тех пор никто не видел. Ну ладно. Наверное, какую-то херню прочитал, неважно. Так. И что же у нас здесь? Вот, разбитый шар. Какие-то вагинки. Очень интересно. Ну ладно. Это дети? Твою мать! Они за мной смотрят.
Пипец, господа, это стрёмно. Было бы, если бы мне было стрёмно. Но мне не стрёмно. Так, вот когда они начнут со мной ходить, тогда поговорим. Так, много историй. Заговор. Мне впадло его читать, этот заговор. Так, какие-то кровавые хреновины. Так, я думаю, это нужно делать вот так. Так, вот мы уже здесь. Можем идти дальше. Проходы утопленников. Тут какие-то кровавые следы. Звуки. Шар. Здоров, шар. Ты меня убить хочешь? Был бы у меня пистолет. Летает он тут, понимаете ли. Летает. Мешает мне только. Так. Много домиков. Много домиков. Тут у нас, как обычно, ничегошеньки нет, потому что... Это было бы слишком просто. Так. Ну, я думаю, на этом будем с вами заканчивать эту серию, потому что она и так уже получилась довольно длинная, и уже скоро буду начинать следующую. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если не понравилось, то напишите в комментарии, почему. И, собственно, ставьте вашу оценку, лайки или дизлайки. И всем удачки, ребята. И адиос.